Здравствуйте, в эфире «Вести Карачаево-Черкесия». Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал в своем телеграм-канале об итогах 2023 года. Он отметил, что приоритетным направлением была и остается поддержка военнослужащих и их семей. В этом задействованы все уровни государственной власти, муниципалитеты, предприятия региона, общественные организации, региональное отделение фонда «Защитники Отечества», волонтеры и жители республики. В настоящее время действуют 35 региональных мер поддержки военнослужащих и их семей, и работа в данном направлении будет продолжена. Рашид Темрезов выразил благодарность всем, кто внес и продолжает вносить свой личный вклад в оказание помощи нашим бойцам. Слова искреннего уважения выразил военнослужащим за героизм, мужество и преданную службу нашему Отечеству. Также в числе достижений 2023 года – абсолютный исторический рекорд по вводу в эксплуатацию нового жилья. На 214 объектах республики велись строительство, реконструкция и капитальный ремонт. Запущено два крупных промышленных производства – введены в эксплуатацию две малых ГЭС, учреждения здравоохранения и образования, туристической отрасли. Объем инвестиций в обрабатывающих отраслях увеличился в 5 раз. Создано порядка 500 рабочих мест. Есть достижения и в сельском хозяйстве. Реализованы различные молодежные программы и проекты. Проведены десятки значимых всероссийских мероприятий. А экспозиция Карачаево-Черкесии на выставке «Россия» признана одной из самых многогранных и популярных. В Архызе с удовольствием приезжают как любители зимних экстремальных дисциплин, так и поклонники пеших прогулок. В этом году практически все гостиничные номера забронированы, а в прошлом году на курорте побывал 3-миллионный турист. Из Архыза репортаж Артура Мхце. Друзья здесь отдыхали уже не первый год, и сегодня в этот раз с ними приехали с ребенком в отпуск покататься на лыжах, на сноуборде. Вот первый его сезон. В целом, здесь первый раз, но достаточно все неплохо выглядит. Единственное, наверное, из минусов, конечно, очередь на подъемнике, но, наверное, сейчас везде так. Мы сначала были на Эльбрусе, красота гор красивая, все хорошо. Единственное, по сервису даже с нашими сибирскими курортами Шерегеш, ну, отстает. Здесь мы сегодня первый день в Архызе, но на глаз уже нравится. Одни туристы приезжают сюда как на пробную вылазку в ранее неизвестное место. Другие – по рекомендации знакомых. Третьи уже являются завсегдатаями, успев оценить красоту природы и качество услуг. А ведь каких-то 10 лет назад здесь было только первое. До 2013 года ни о каком сервисе и комфортном пребывании в Архызе и речи не шло. Мы каждый год растем, и 3-миллионный посетитель как раз-таки зафиксирован, начиная с 2013 года. Каждый год туристический поток растет сюда. За 2022 год зафиксировано 740 тысяч людей, которые посетили. Вот, это на 8% больше, чем в 2021 году. Туристический поток в Архызе ежегодно прирастает, причем и зимой, и летом. Так, с начала 2023-го курорт посетили около 500 000 человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что является причиной для радующей глаз динамики? Разумеется, постоянное развитие курортной зоны, улучшение инфраструктуры, то есть удобного размещения, пребывания, предоставления широкого набора услуг. Это результат совместной работы руководства региона и организаций, курирующих совершенствование туристического кластера. Построенная романтика, Лунная поляна и еще одна туристическая деревня Дука. Это все приведет к тому, что трассы и количество трасс увеличится, зона катания увеличится. Вот, если сейчас это 27 километров трасс, то до 2030 года мы планируем, что у нас будет 130 километров трасс, 15 тысяч мест размещения. Не останавливаться на достигнутом, улучшать то, что есть. Дороги, парковки, удобства для проживания. Планирование и реализация задуманного позволяет ежегодно принимать все большее число туристов. Нужен сервис по высшему разряду? Такой есть. Кто-то предпочитает эконом-режим? Тоже возможны варианты. Все организовано хорошо, все в одном месте. Проживание на любой кошелек. У нас вот хостел, допустим, у нас
позволяет возможность. Мы там стараемся экономить на проживание. У нас задача покататься, приехать. Платим по 1000 рублей. А кто хочет кайфовать, они там и по десятке отдают. Здесь классно, очень крутой курорт. Молодой, классный, набирает обороты. Надеемся, что на этом не остановится, а будет только лучше и лучше с каждым днем. Артур Мыхца, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. В Черкесске в Центре молодежного инновационного творчества состоялся круглый стол в рамках программы профилактики и противодействия терроризму и экстремистской деятельности в молодежной среде. В ходе докладов и обсуждения были подведены итоги работы и выявлены особенности профилактики терроризма и экстремизма. Дарья Тендит расскажет подробнее. В настоящее время проблеме экстремизма уделяется пристальное внимание. Посредством влияния интернета молодежь, как правило, больше подвержена негативному воздействию. Ключевое направление борьбы с экстремизмом и терроризмом – профилактические мероприятия и выявление наиболее действенных способов борьбы с преступлениями. Мы совместно с Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальности, массовых коммуникаций и печати, другими общественными организациями, стараемся подвести некие итоги года о том, какие, что было сделано за текущий год, какие дальнейшие планы перспективные, что, возможно, нового появилось в правовом регулировании данной весьма важной отрасли. Возраст с 14 до 22 лет наиболее подвержен психологическому давлению. В период формирования личности большое влияние на молодежь оказывают родители, учебные заведения и круг общения. В основе всего лежит воспитание внутри семьи, отмечает специалист психологического отдела службы ОФСИН Карачаево-Черкесии. Хотела бы выступить с определенным докладом, довести до коллег, до сотрудников по порядку формирования личности, по основам воспитания. И где у нас происходят определенные, наверное, недоработки. Это не только системно. Я хочу, чтобы вопрос стоял о воспитании внутри семьи, прежде всего, как базы воспитания человека. Об итогах проводимой работы в целях борьбы с экстремизмом и терроризмом рассказал заместитель министра по делам национальности, массовых коммуникаций и печати Карачаево-Черкесии. Сергей Гусько отметил, что в рамках программы на протяжении года проводилось большое количество мероприятий с целью профилактики противодействия экстремизму и обозначил планы работы в новом году. Мы уже как бы намечаем такие планы. Это и выпуск, может быть, думаю, что стендов антиэкстремистского, антитеррористического содержания для учреждений здравоохранения республики. Также мы планируем буклеты для молодежи выпускать, баннеры по республике, по городам, районам. Вот. Также у нас будет, я уже говорил о конкурсе журналистов, он будет проведен и подведены итоги в будущем году, ну и ряд других мероприятий. Заседание круглого стола прошло продуктивно. В ходе встречи все присутствующие активно дискутировали, поднимали проблемные вопросы, обменивались итогами года в проводимой работе по профилактике экстремизма и терроризма. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Абазины Ставрополья в белых халатах. Под таким названием прошло мероприятие в музее «Россия. Моя история». Главная цель – рассказать жителям о медиках-абазинах, работающих в Ставрополе. Таких людей насчитывается более 70 человек. Организаторы провели фотосессии и интервью с героями встречи. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. На протяжении 2 лет национально-культурная автономия Абаза вела масштабный проект по сбору 75 историй о работе медиков-абазинов. Руководитель автономии Абазина Армида Чагова делится. 2 года наша команда ездила по всему Ставрополью и брала интервью, чтобы сегодня показать, что герои в белых халатах среди нас каждый день. У нас на самом деле замечательный день. И согласитесь, что это не первый день в нашей жизни, в жизни нашей организации. Каждый день, новый день приносит нам свои вызовы. Иногда вызовы такие страшные, что не знаешь, куда спрятаться. Иногда радует нас день, но потом он опять сменяется какими-то новыми днями, не похожими на предыдущие. Вот так случилось и в жизни нашей организации. Были вечера, были землячества, были форумы, диспуты и многое интересного, танцевальные вечера, абазахмара,
которые собирали сотни людей. И причем, что замечательно, что к нам тянулись и тянутся люди разных национальностей. В мероприятии также приняли участие студенты-медики. Во время заключительной встречи собранный материал представили на экране и вживую. Врачи и медсестры, выходя на сцену, рассказывали о себе и своей профессии. Все они получили в подарок от организаторов свои фотопортреты с QR-кодами, которые позволяют оживлять фотографию. При наведении смартфона на QR-код открывается видеофайл с интервью героя. Умар Дакумов родом из Малоабазинска, учился в Ставрополе, остался тут работать врачом-стоматологом, создал семью, с супругой познакомился на одной из встреч диаспоры Абазин, которая, кстати, тоже медик. Стараемся и делаем все для того, чтобы помогать людям. Вот. Какие качества мы взяли в свою профессию? Просто быть полезными для людей. Среди почетных гостей встречи был светило здравоохранения Ставрополя, хирург-онколог, посвятивший медицине почти 60 лет своей жизни, заслуженный врач России Псабида Шамсудинович Ионов. Он дал напутствие молодым медицинским работникам оставаться верными врачебному долгу. Также для гостей выступил танцевальный коллектив Карачаево-Черкесской республики «Горец». Арамина Китаева и Анжелика Султанова исполнили абазинские песни. Большое культурное событие в жизни нашего народа. На белом свете много профессий, дорогие мои. Но какая профессия? Кто из людей на земле встречает человека в этой жизни с первых секунд и минут жизни и до последних минут жизни? Это врач. Россия – многонациональная страна, в этом и есть сила. Поэтому необходимо активно поддерживать мероприятия национально-культурных организаций, создавая для этого все условия, говорили присутствующие. Альбина Курачинова-Кенжева, Фатима Хунова, Михак Аракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Ставрополь. Карачаево-Черкесия. В новогоднюю ночь 2024 года на свет появилось 8 детей, в том числе двойняшки. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил счастливых родителей с таким важным событием в жизни, пожелал, чтобы все надежды и мечты, связанные с детьми, обязательно исполнились, а малышам здоровья и большого светлого будущего. Первой родившейся в 2024 году в Карачаево-Черкесии стала девочка. Всего же за ночь родилось 6 девочек и 2 мальчика. Девочки-двойняшки появились на свет в Черкеске. Это все вести на сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.